Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Доброго ранку вам, Світлана. Ну, по-перше, хочу спитати, як у вас настрій? Зранку, як настрій? От поділіться. Доброе утро, девушки. Доброе утро, телезрители. Большое спасибо, все в порядке. Колір вашого настрою сьогодні. Колір нашого настрою, наверное, оранжевий сьогодні. Так, ой, непоганий колір. Будемо взагалі сьогодні говорити про кольори і про кольоротип дівчат. От знаєте, всі ми хочемо визначити його, знати, який він має бути у нас. Тож давайте на ньому зупинимось взагалі, що таке кольоротип і навіщо нам потрібно про це знати в першу чергу. Это очень важный вопрос, который должна знать для себя каждая девушка, потому что от этого зависит подбор нашего макияжа, от этого зависит наш цвет волос, от этого зависит то, что мы будем надевать в портретной зоне. Это мега важная информация, которую должна знать абсолютно каждая. В основу сегодняшней системы цветотипирования легла работа Йоханнеса Итона. Это очень выдающийся ученый, художник. В свое время он написал большую работу, он разделил цветотип, то есть разделил людей внешности на времена года. То есть, ну, мы все об этом слышали, как этому, как себя к этому применить, абсолютно мало людей знает, но тем не менее все знают, что такая система существует. На чем она основывается? Что у нас у всех генетически заложен определенный цвет, то есть пигмент, который игнорировать просто нельзя. Либо холодный, либо теплый. Будет он насыщенный, будет он контрастный, будет он приглушенный, но он будет какой-то один. Либо он холодный, либо теплый. Это очень просто. Просто определить даже в домашних условиях, но нюансы, конечно, лучше со специалистом выяснять. Ну, як сказати, просто, та й не просто. Знаєте, хтось там каже, я літо, і вважає себе там літо, хоча насправді це не так. І взагалі це не так вже очевидно, ми, якщо зима, то ми маємо бути білі і чорні. Ні, є свої нюанси, от давайте про них поговоримо зараз, правда? Совершенно верно. Сьогодні стилістика немножечко почала упрощати для обучения вот эти самые понятия. Что такое холодность внешности, что такое теплота внешности. И немножечко некоторые стилисты отошли от этой теории, они перестали типировать на времена года и начали просто говорить, у вас теплый цвет кожи, либо холодный цвет кожи, у вас контрастная внешность или у вас приглушенная внешность. То есть для того, чтобы человек хоть немножечко начинал понимать, какую группу цветов вообще ему использовать. Если у него холодная внешность, значит группа цветов будет холодная, ну соответственно, если теплая. Как это сделать в домашнем условиях, да? Найцікавіше, практичні поради. Да, практичні поради. Берем две ткани для начала. Это серебряная и золотая. Вот такая вот серебряная и вот такая вот золотая. И прикладываем ее к своей внешности. Когда мы прикладываем серебряную ткань, холодная кожа даст эффект накрашенного ухоженного лица. Например, если я прикладываю к себе холодный цвет, у меня холодная кожа, и смотрим, когда мы прикладываем золотой. Разницу видим? Да, сразу. Да, у меня накрашенное лицо, да? Смотрите, давайте мы приложим вам. Так, например, вот так вот. Мы приложили серебро, да? Посмотрели. И приложили золото. Безусловно, камера может и не передать того, что есть, что відбувається. Приложили золото. И смотрим, да? Совершенно другой результат. Да? Мы видим, что когда мы приложили серебряный цвет, кожа побледнела. Когда мы приложили золотой цвет, кожа стала как будто бы свежее, как будто мы выспались. Хотя лицо у нас не изменилось, макияж не изменился, то же самое. Так работает цвет. Давайте на вас попробуем. Ну, давайте да, передам. Да. Приложим серебряный цвет и посмотрим. 2-3 секунды буквально цвет эта волна начинает транслироваться на лицо, и мы видим так, этот эффект. Допоможу. А теперь золотой. Золотой. Да, вот можно давай. Золотой, можно такой. Прикладаем. Да. Вот. Видим разницу сразу же. Лицо немножечко начинает краснеть. То есть, когда не наш цвет, лицо начинает немножечко краснеть, либо начинает менять цвет немножко в нездоровую сторону, так скажем.
То есть, когда вы прикладываете к себе цвет какого-нибудь платья или шарфика, обязательно смотрите на свой эффект. Вы стали свежее, как будто вы выспались, или что-то не так, или покраснели щечки, или покраснел носик, или выступили тени под глазами, которых не было до этого. И так работает цвет. Поэтому, если вам подошел серебряный цвет, и вы стали в нем свежее, значит, кожа у вас преимущественно холодная. Если подошел золотой, значит, кожа теплая. Есть еще один цвет, который точно можно проверить на себе. Это фуксин. Вот мы сегодня его используем. Вот такой фуксин и оранжевый. Точно так же диаметрально противоположные, можно сказать, цвета. Ну, і такі кольори, що частенько обирають восени, отак, щоб кому який підійде. Так. Да. І точно так же він працює, як серебряний і золотой. Фуксин підійде холодний, оранжевий підійде теплий. Можете приложити по очереди фуксин. І визначення. Прикладуємо фуксин. Я така хопаю. І прикладуємо оранжевий. Так, я такий помаранчевий. Мы видим, да, что в оранжевом совершенно по-другому смотрится внешность, даже в макияже. Да, помаранчевый. Однозначно, да. 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 Да, да, да. А вот в фуксине вы становитесь четче. Да. Вот ваше лицо, оно обретает как будто бы четкие черты. Да, мы сейчас его отложим. І продовжимо розговор. Запам'ятовуйте, друзі, це важливо. Так, далі. Ще раз напоминаємо, да? Золотой – серебряний, фуксиновий – оранжевий. Холодні цвіта – це серебро і фуксин. Теплые цвета – это золото и оранжевый. Как минимум, вы определите свою температуру кожи. От температуры кожи зависит ваш тональный крем, ваша помада, ваш цвет волос. Если вас выкрасили, например, в цвет волос теплый, а у вас кожа холодная, начнется конфликт. Потому что холодный потон кожи, он синий, а в теплом цвете оранжевый потон, он начнет смешиваться, и либо получится либо зеленца, либо он усилит красноту кожи. И вот таким вот образом нужно обязательно о себе это знать, потому что мы рискуем, если мы об этом не знаем, что мы купим не ту помаду, мы купим не тот тональный крем, он будет либо бледнить, либо не очень хорошо нас подчеркивать. А вот холодные и теплые, холодные переважно який це колір волосся, і так само теплі. І який колір шкіри, от, напевно. Ні, давайте так, колір очей. От, щоб, колір очей. Так, щоб зрозуміли, колір очей, он всегда может быть разным. На самом деле, цвет глаз – это не самое главное, так скажем. Его нужно учитывать, конечно же, особенно когда мы выкрашиваем волосы. Там есть свои нюансы, колористы это знают. Вот. Но на самом деле цвет глаз – это больше контрастность. Мы его сравниваем уже с цветом волос. Мы уже видим, насколько контрастная внешность, то есть насколько светлая кожа, насколько яркие глаза, насколько яркие волосы. Вот. И, то есть это немножечко другая сторона. То есть это еще один критерий, по которому мы оцениваем. Тобто, а от буває, от мені, наприклад, визначали, що в мене декілька кольоротипів, що я там і теплий, і холодний, і мені підходить майже все. Чи може бути так? Чи можемо ми підходити і туди, і туди? Дело в том, что есть такой маленький секрет, что теория четырех времен года включает в себя и стилистику внешности тоже. То есть не только температуру внешности, а и стилистику внешности. Так. И не всегда это человеку озвучивается, так скажем. А есть стилистика внешности, есть романтика, например, есть более строгая внешность, есть более такая располагающая внешность, есть более острая внешность. И вот Йоханнес Индрет пытался это немножечко объяснить в своих рассуждениях. Но так как сейчас не вся, допустим, теория выходит в интернет и объясняется так, как надо, вот, некоторые девушки думают, что у них два цветотипа. На самом деле температура кожи у вас всегда одна. Это 100%. Ага. Температура кожи либо холодная, либо теплая. А стилистика внешности у вас может быть разная. И в этом тоже есть свой секрет. Потому что если, например, очень контрастная девушка,
И будут идти очень яркие цвета, потому что она сама сильная, сильная внешность, знаете, вот она такая вот насыщенная. И цвета, если она будет применять приглушенные, они не смогут добавить играет, да, энергетики, да, то есть они ее не потянут, можно так сказать. То есть нужно ей добавить, не прятаться, а наоборот добавлять себе этой энергетики. А когда у девушки светлая внешность, вот как у вас, например, вот вы в светлом платье, это гармонично смотрится, это красиво, хотя, допустим, может быть цвет вашего платья не теплый, но он в стилистике будет хорошо подходить, потому что вы светлая, и он считывается самой стилистикой, но не цветотипом. І от в цьому є свій конфлікт, є свій секрет, свої нюанси. То ще багато-багато теорій, там ще багато розуміти. Ну, все ж таки, Світлана, а ви холодна, я зараз кажу, холодна чи гаряча жінка? Тобто холодного, щоб ми розуміли, да, наявно на прикладі, практично. А ви мені зараз определите самі. Так. Смотрите. Прикладываем. Сейчас практичный такой тест. Да. Холодный цвет прикладываем. И прикладываем теплый. Так. В каком лучше? Просто в каком лучше, вот так навскидку. Мне тоже. Да. Вот. Холодный. Вам в этом больше нравится. Внешность становится четче, правда? Да. И вот так. Еще один проверочный код, то что второй. Мы уже точно удостоверимся, что мы на самом деле правы. Фуксин прикладываем. И прикладываем оранжевый. Так. Разница видна, так. Да? У вас по хостенці можна одразу визначити. Да, 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 да. Девочки, это вообще самое первое знание для того, чтобы подобрать себе какие-то шарфики к лицу. То есть это именно свой цветотип, конечно же. Зрозуміли вам. Дякуємо вам за такі корисні поради. І ще буде попереду багато, є про що поговорити, як одягатися під ці кольори, але на такі ази найголовніше ми сьогодні вже пізнали, вивчили і запам'ятали. І зараз я переконана, що всі вдома будуть підбігати, брати і, знаєте, все, що є, там якась сукня, якого ж я цветотипу. Пишіть, до речі, нам у мережі Facebook, ми залюбки дізнаємось. Діліться, чи підійшли вам кольори чи ні. Дякуємо вам. Я нагадую, Світлана Полянська, стиліст іміджмейкер, була сьогодні у нас в гостях, поділилась практичними порадами. Тепер знаємо, як визначити, холодні ми чи гарячі. Дякуємо вам.